Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Всех рад приветствовать на своем канале. Сегодня у нас будет распаковочка. Распаковочка чего, я не знаю сам. Но по форме, размеру, весу упаковки я догадываюсь. По традиции, перед началом этого видео я хочу горячо поприветствовать, перенести слова благодарности, пожать руку всем тем единицам из тысяч моих зрителей, которые поддерживают канал и помогают выходу новых видео. Вы их сейчас видите на экранах своих. Так, друзья, некоторое время назад, я уж не помню, наверное, пару недель назад, может и меньше, получил я письмо на почту от одного из своих зрителей, подписчиков. Стас, мол, так и так, дай адрес свой, есть для тебя подарок. Ну, я дал. Вот, сходил на почту, забрал посылку. Вообще, у меня такое ощущение, я вот честно, друзья, ну, хотите верьте, хотите нет, не знаю, что это, но по форме, по размеру, по весу, я так подозреваю, что это пинпоинтер. А если это пинпоинтер, у меня такое ощущение, что это будет сфинкс. Почему я так думаю? Ну, я видел, что многим другим видеоблогерам, которые показывают, рассказывают, так или иначе связанные с металлодетекторами, с поисковой техникой, подгоняли такие. И я так думаю, что это он. Честно говоря, друзья, на самом деле, несколько раз, потихонечку начну открывать, несколько раз и в комментариях под своими видео, и точно я все угадал. И у меня в группе даже вроде бы в Телеграм кто-то спрашивал, я чего? Вот, друзья, вот честное слово, вот угадал. Спрашивали меня несколько раз люди, какой пинпоинтер купить, что ты думаешь о том или ином пинпоинтере, и в частности спрашивали про пинпоинтеры Сфинкс. Что я могу сказать, когда я их в руках никогда не держал? Знаю так, наслышан, что... Ну, интересные модельки. То есть, отличаются... Как там она называется? Честно, я даже могу и не вспомнить. Ух, короче, распаковал. Такая коробка. Знаю, что у них там прикольная система магнитного включения-выключения. Не нажимая кнопки, есть. Не знаю, такой у меня, не такой здесь. В кобуру вставляешь, он выключается, вынимаешь, он включается. Это, конечно, даже в теории ни разу этим не пробовал, не пользовавшись, понятно, что это будет очень удобно и будет экономить нам время некоторое на поиски. По поводу, я сейчас, может быть, зачитаю, что тут на коробке написано, покажу вам этот пин. Ну, естественно, в процессе сезона эксплуатации я уже буду, скажем так, у меня будет складываться какое-то о нем впечатление, о котором я, естественно, вам всем честно расскажу. Так, ну, у нас здесь вот такие вот обозначения есть, что пин высокой чувствительности, что 360 градусов чувствительность, что защита от погружения в воду IP68, три фиксированных и один регулируемый уровень чувствительности, работает от минус 20. Ухухуху. До плюс 60 градусов Цельсия, вибросигнализация, режим потери, яркий фонарь.
Ой, и тут, короче, нереальное количество функций, что давайте я даже, может, кому-то будет удобно там паузу нажать и почитать. Я зачитаю. Пылевлагозащитные, 8 программ обнаружения, 4 уровня чувствительности, отстройка от грунта, система DIVE, система защиты от помех, звуковая и вибросигнализация, многотональная звуковая индикация, 2 звуковых схемы индикации, регулировка громкости, автоматическая настройка, ручная, диаграмма чувствительности 360 градусов, режим потери, управление одной кнопкой, светодиодный фонарь с функцией отключения, индикация работы прибора, индикация разряда батареи. Фу, короче, тут очень много всего. Сделано в России, гарантия 2 года. Я до этого, ребят, пользовался вообще всего в жизни 4 пинами. Ну, один был любопытство просто ради. Китайский, популярный очень. Тут все даже заклеено прям. Ну, и он даже его типа никто не распечатывал до меня. Китайский, ну, имеет право на жизнь, скажем так, лучше, чем никакой, а еще и за его там $13 или 12, я не помню, сколько он, когда я покупал, стоил, так цены почему нет? Батарейки только лично, вот мой экземпляр, кроны жрал с аппетитом. Вот, пользовался я Pulse Dive полным комплектом, со сменным носиком от Nocta Macro, носик пин и носик подводной, ну, катушки поисковой. Пользовался Garrett Pro Pointer AT, очень сильно понравился, очень сильно, и его как бы обычно и рекомендую из того, что пользовался. Ну и владельцам Deus'ов первого и второго имеет смысл, сам купил себе, купил недавно Mi 6. У него фишка очень интересная в том, что, во-первых, можно к наушникам подключаться и работать через наушники. Это на самом деле очень удобно. Кажется, функция такая себе, но оно класс, оно удобно. Уже заценил. Ну, вам для видосиков обычно не всегда, короче, через наушники включаю. И мастер у меня комплектация Deus 2. Тоже к блочку ОС-6 подключается без проблем. Интересная функция, которой я даже надеюсь, что может и не придется воспользоваться, даст бог. Это реально, если вы именно выключены, не как у всех пинпоинтеров, я вот не знаю, как здесь, ну, как, кроме как в Mi 6, подключаясь к блоку управления, ну, это нельзя никак реализовать, так что здесь будет, как у всех, наверное, функция от потери, если вы его потеряли, наверное, во включенном виде. А Mi 6 можно выключить и в полностью выключенном виде потерять. И потом через блочок ВС-6, как у меня в комплектации Master Deus 2, либо через блок управления Deus'а первого, второго, неважно. В радиусе действия, сколько там этот радиосигнал действует? 20 метров, наверное, предположительно, я не проверял. Именно включить режим поиска пинпоинтера, и он включится, начнется световая сигнализация, и звуковая сигнализация, чтобы нам проще было его найти. Это на самом деле очень удобная фишка. Так, в целом, сильно там сказать, что он хуже или лучше этого, как его, Garrett Pro Pointer AT, я не могу. Я вот не знаю, друзья, вроде это или от производителя посылка. Они со мной не договаривались, ничего, сказали, что Стас, вот есть, ну, подарок для тебя, и все. Ни про рекламу, ни про что. Но что я заметил? Во-первых, запечатано было.
такой вот кругляшками, такими наклейками упаковка. То есть она вроде как пин новый. Первое, что мне бросается в глаза, вот его распечатав, что я вот не знаю, у кого есть пины, напишите, у всех так или нет, но я вижу, что пин, ну, реально не новый. То есть он бэушный, может, это правда просто зритель, может, это не для рекламы мне производитель прислал, а может, это один из вас, из подписчиков, просто, ну, один из своих пинов мне по-братски подарил. Если это так, то капец как приятно, ну, честно. Потому что, ну, не знаю, будет видно, не видно. Либо у них такая обработка по качеству, у производителя, либо что, скорее всего, пин просто не новый пин, ну, от комрада, который уже поработал с ним, либо, может, я не знаю, короче, вот такой вот чехольчик, кобура. Так. Знаете, может, это правда, комрад просто мне прислал в подарок. Потому что дата продажи стоит 01.02.2023. Короче, загадка. Конечно, если это от комрада для, ну, просто подарок, то оно приятно. Ну, естественно, все работает. Так, ребят, какие там функции, какое... А, кстати, ну это, наверное, я так понял, это не магнетик. Какие там функции, какое там режимы, какие впечатления от работы и так далее и тому подобное, я вам расскажу... попользовавшись им. В принципе, я, возможно, буду, когда я с DLSM 2 гуляю, я буду ходить с этим самым, с Мишестым. А вот когда я с Мантикорой, либо с Легендочкой, в принципе, там к наушникам не подключается, но большого смысла, ну, нет разницы с каким-то пином. Я попробую вот этот вот Сфинкс. Попробую. В принципе, с превеликим удовольствием. Все, крона тут вставляется, от батарейки работает. Больше пока я про него ничего не знаю, кроме того, что вам зачитал. По чувствительности я не знаю даже на каком он уровне по умолчанию установлен, но я вижу, что все в порядке. Как для пина, даже вот я не знаю, максимальный ли это чувствительность установлен режим. Ну, пусть на это колечко. Ну, вот этого вот уже достаточно. Все, друзья, вот такое вот было видео. Если я так вот не подозреваю, судя по вот всему, что, наверное, все-таки это реально подарок от комрада, а не от производителя. Ну, я так подозреваю, потому что, видимо, вот он его себе покупал 1.02.2023. Я так понимаю, если у них не обработка такая пластика, ну, блин, это было бы как бы не очень для нового продукта. Наверное, ну, человек попользовался, ну, и вот решил мне подарить. Все, спасибо большое, дружище, за такой босячий подгон. Сфинкс Магнетик, ребята. Это я вот сейчас посмотрел на этот самый. Это надо разбираться, как пользоваться. Значит, он, наверное, может включаться и выключаться вот таким вот способом.
Я просто не знаю, как включать эти режимы. Ага. Все. Даже ума много не надо оказалось, чтобы разобраться, как им пользоваться. Прикольно. Вообще интересно. Убираем в кобуру. И он не выключается. Выключился. Но долго. Что как есть вам показываю. Работает. И провернуть, наверное, чуть-чуть надо. Ну-ка, сейчас еще раз попробую. Я пока не понял, как это работает. Все равно мне сейчас вот надо что-то сделать с ним. Ну вот уже косячок. Уже косячок, либо я не разобрался, как... Сейчас попробую наоборот. Так, если я встану. Оп, сразу. Включился. Сразу выключился. Если я не вот так сделал, а вот так. Да, возможно, в этом разница. То есть, возможно, имеет значение, как его вставлять. Ладно, друзья, будем разбираться. Все, всем спасибо за внимание. Всех был очень рад видеть. Пальчики там вверх, вниз. Жду вас всех в комментариях. Тронут. Спасибо в любом случае. Все, всем пока.